Скульптуру Эроса и Психеи восстановят в этом году. Во сколько обойдется реставрация, чиновники пока не знают. Ответ должны дать скульпторы, которые возьмутся за эту работу. Известно, что в качестве материала мастера будут использовать итальянский мрамор. Именно из него вырезан памятник. Напомню, в среду неизвестные изуродовали скульптурную композицию в полирояле. Так у Эроса отбита часть руки и фрагмент ступни. Пострадал пьедестал. Также исчезла табличка, информирующая, что этот объект является памятником культурного наследия. Вызваны реставраторы, которые сейчас оценивают этот ущерб, который был нанесен. Да? И, естественно, в этом году мы планируем сделать восстановление этого памятника в прежнем виде. Он действительно является и памятником культурного наследия, и великолепной изюминкой полирояля, и действительно возле